Я приветствую вас, подписчики моего канала. Сегодня получил очередную посылочку из Китая. И сейчас мы ее будем распечатывать. И я так думаю, что здесь пришли мне флешки. Заказывала как-то флешки на 32 и на 64 гигабайта. В общем, на 64 гигабайта пришли они какие-то побитые. То есть емкость была там не полная. А это заказала я на 32. Вот она, 32 гигабайта. Микро-CD. Ansan China. Значит, заказывала их как-то один раз. Пришли нормальные. А другой раз заказал. Значит, показывает на компьютере 31,2 гигабайта. А на самом деле там всего лишь 8 гигабайт. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все так, как я и заказывал. 8 штук. Надо проверить, чтобы все 32 были, а то мне раз пришла посылочка, одна вместо 32 засунули восьмерку. Так, 32, 32. Так, все 32. И в подарок вот дают вот такие вот картридеры. Значит, это в USB разъем, можно вставить сюда карточку, другой тип карточки сюда вставляется, и здесь еще два других типа. Картридер я раньше пробовал, все четко работает на все разъемы. Ну, вот такое. Проверю карточки, потом выложу видео, действительно они совпадают заявленным 32 гигабайта или нет. Кстати, еще в большом. Вот, иду проверять, потом выложу видео. До новых встреч.